Еще одна команда высшей лиги появилась у нас в области. 13-й по счету. В минувшие выходные поздравления получали волейболисты новокуйбышевского «Октана». Всего год назад представители самарского автомобилиста сменили свою прописку на новокуйбышевскую. И сразу такой успех. На презентации команды, устроенной в честь выхода «Октана» в высшую лигу, руководителями новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода говорилось и о будущем команды. Вот я хотел бы предложить выпить за то, чтобы успех всегда был у нашей команды. За вас. Да, именно Виктор Тархов стал крестным отцом команды волейболистов, став инициатором переезда ее из Самары в Новокуйбышевск. И он же начал строительство для нее специализированного зала. И то, что мы вышли в высшую лигу, это только начало того пути, который, я думаю, мы пройдем дальше. Очень хороший и перспективный коллектив.